Сейчас пойму, попробуем разобраться. Вкусы этих людей ближе ко вкусам людей, которые живут в Нью-Йорке. Лед, а там льда нет? Нет. Я, конечно, потерпел поражение, но то, что создало меня, я думаю, это на коду исправления нормально. Не влечение слабость, наконец, не страдание. Я вообще предпочел бы отказаться от агрессивной музыки. Ну, какой-то такой фул-арт, ну, хард. Возле театра или... И здесь основная сцена. Два метростанции, там есть трамвай, автобус, маршрутки, даже поезд. Будет один корабль из Эрмитажа. Beautiful town, St. Petersburg. А играешь на гандон? Поиграть? Ничего страшного.